особенного не случилось, Витя. Просто я постарел. С момента последнего сеанса связи у нас на Земле прошло 27 лет. Там вдали, там возле синих звезд, солнце Земли будет светить мне. Сейчас на нашей планете нет ни одного живого существа. Все, что вы видите, этого уже нет. Остались только картинки. Ребята, вам угрожает опасность. Вас окружают роботы. Бежим отсюда. Ложись. Через несколько минут девчонки погибнут. Через несколько минут девчонки погибнут. Скорее, Витя. Скорее, Витя. Я не знаю пароль, нас уничтожат. Пашка, тебе это не напоминает ядерный реактор? С выдвижением стержня увеличивается энергия. Напоминает. Напоминает. Всех выведем из строя к чертям собачьим. Зарядка 2 минуты. Нужен металлический стержень. Что? Стальной. Гвоздь. Я назову ее Варианной. Кого? Эту планету. Почему Варианной? Варя, Вариан. Ты же первая вступаешь на нее. Не я одна. В общем, называй как хочешь. Хоть и Юлианой, мне это безразлично. Счастливо. Давай назовем эту планету Эхо. Хорошо звучит. Эхо! Эхо! Эту планету Витя уже назвал Варианной. Ну, Варианной так Варианной. Ух ты, а это что такое? Очевидно, это остатки цивилизации. Но откуда? Неужели вы не хотите узнать? Если это и вправду роботы, то почему они так похожи на живых, на людей? Паша, давай оружие. Оружия нет. Как нет? Стащили. Все для счастья живого. Вы хотите быть счастливыми? Конечно. Еще бы. Вы будете счастливыми. Мы сделаем вас счастливыми. Сделаем вас счастливыми. Сделаем вас счастливыми. Странно. Что странно? Все странно. Почему они говорят, что не просили о помощи? Кто же подавал сигнал? Или мы ошиблись? Я не хочу, чтобы меня делали счастливой. Счастье надо добиваться самому. Ай! В чем дело? Где кресло? Малиновую попробую, что-то вроде нашего манго. Живых уничтожить. А копить стоит, это же зов роботов, ты погибнешь. Остановись. Не мешай мне, я должен идти, меня зовут. Отойди его. Роботы биологические, биохимические, механические. Роботы кремниевые, электростатические. Не то. Не то. Опасность первой степени. Живые угрожают. Все, что горит, должно быть сожжено. Спасены, все кроме нас перегорели. Витька, Витенька. Ситуация, в которой нам предлагает космос, Катюша, вряд ли можно полагаться на чувства.
возьму этот большой мир. Каждый день, каждый его час, если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас, если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас.